Здравствуйте. Рад был встрече с вами на просторах интернет-общества. Вот, то есть хотел бы обратиться именно лично к вам, как к своим посетителям своей странички. Вот, чтобы все было у вас хорошо, хотел бы пожелать вам продвижения, естественно. Вот. Ну и, конечно же, хотел бы отметить то присутствие в нас интересных моментов, когда мы сотрудничаем с клиентами. Для нас, в первую очередь, анализ – это как беспроигрышный старт проекта. Второе – это из ценностей наших интернет-институтальных комитетных установок. Это то, что клиент для нас – это компаньон. Планирование и расстановка приоритетов обеспечивает экономию времени. А в-четвертых, то, что вы тактично поставите цель, это значит, что она обязательно будет достижимой. Вот. Ну и, конечно же, выполнение в соответствии с требованиями клиента – это верность клиента и, как следствие, долгосрочные отношения с тем, что нам интересно. Вот. Хочу также сказать, что, в принципе, то, что сейчас происходит в интернете, это, наверное, на самом деле бурное развитие этого пространства для воли случая. То есть человек может зайти и найти ту информацию, которая ему нужна. Вот. То есть для нас secretextura.info важны любые, даже несущественные проекты, например, как персональная страничка человека, семейный архив фотографий, страничка с презентацией, сайт-визитка, или же огромный портал информационный, новостной. Мы делаем все это качественно и стараемся, чтобы клиенты приходили к нам и, как следствие, получали от нас результат, а мы получали от них доход, выраженный в виде несущественного вклада в наше развитие, потому что мы развиваемся и так постоянно. Вот. Хочу также заметить, что для нас очень важно то, что мы существуем не первый год, и этот проект дал старт давно. Сейчас у нас новая площадка, это интернет-ресурс, сайт secretextura.info. Рады вас видеть на нем.